Кен, спаси меня! Кент, они меня Анетка, заточили! Анетка, хотят я тебе дам в убить, обиду! Спаси. Анетка, я тебя спасу! Ребята, мы должны спасти этот мир, и мы должны сделать из зомби людей. Будет продолжение или нет, зависит только от тебя. Ставь лайк и подписывайся на этот канал. Учеба, учеба! Привет, бойцы! Как ваши дела? Чем занимались? Я надеюсь, что вы не зря тратили время. Чем вы занимались? А ну расскажите мне. Я оба скил качал. Качали свой скилл, стреляли. Молодцы, похвалили. Я охотился на пингвинов. Молодец, похвалил. Кто это пирожки кушал? Подойди сюда. Шаг вперед. Кто пирожки кушал? Больше их не кушай. Шаг назад. Все назад. Назад. Так, а чем? Вот чем занимался Данил 125? Чем ты занимался? Ну расскажи мне. Стрелял. Стрелял? Готовился? Хорошо, хорошо. Я надеюсь то, что это правда. Скажи мне, пожалуйста, что это за оружие? Не знаешь. P90. Ребят, что это за оружие? Скажите мне. P90. P90. Вы чего? АК-47. Молодец. Кто это? Шаг вперед. Молодец, хвалю. Шаг назад. Ребят, я прямо сейчас вам покажу свой нож. Скажите мне, пожалуйста, а что это за нож? А? Что это за нож? Кикамбит, кикамбит, кикамбит. Куткнайф. Байонет. Не, пацаны, вы чё? А, нет, это тычковый, это тычковый. Но это ближе, но нет, это неправильный ответ. Кнайф. Да, да, да. Кто это сказал? Шаг вперед. Данил, молодец, хвалю, красавчик. А ну-ка, ребят, подождите, подождите, мне пришло одно сообщение, а ну-ка, сейчас, сейчас. О, от моей девушки. Так, а ну-ка, сейчас. Прослушать. Кент, спаси, Кент, меня забрали, спаси! Боже мой. Боже мой, вы это слышали? Ребята? Да. Да. Анетка, моя девушка в беде. Ее похитили зомби. Ее похитили злые и наглые зомби. Ребята, надо действовать. Покажите все, пожалуйста, ваше оружие. Мы их всех убьем. Убьем каждого до единого зомби. За Анетку и двор стреляя в упор. Мы их всех накажем. Мы покажем, из какого теста мы сделаны. Я прав, ребята? Да! Да! И знаете, почему мы это сделаем? Да. Потому что мы команда. Мы это сделаем. Ну, босс. Команда, быстрее за мной, Анетка в опасности. Давайте быстрее, быстрее бежим. Достаньте ваше оружие, будьте наготове. Стойте тут, дальше я пойду сам, потому что это очень опасно. Так, Анетка, я тебя спасу. О, ничего себе. Команда, команда, быстрее сюда, подойдите ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Команда, сюда, подходите, встаньте вот именно тут, видите? Вы не должны спалиться перед зомби, ребят, встаньте сюда. Стойте тут. Заходите внутрь сюда, стойте тут. И главное, не показывайтесь зомби. Ребята, стойте тут, дальше я пойду сам. Если что, я вас позову, будьте наготове. Ничего себе, сколько их там! Ничего себе! Ребят, я с миром, стойте, мир, мир, мир. Кент, спаси меня! Кент, они меня Анетка, заточили! Анетка, хотят я тебе дам в обиду! Спаси. Анетка, я тебя спасу! Чемпион, можно тебя на минутку? Что ты сделал с моей девушкой? В чем она виновата? За что? Ничего. Ты виновата, просто отпусти. Личные дела. Ты ее освободишь? Нет. Ты освободишь Анетку? Нет, здесь меня один хочет укусить. Не трогайте. Не трогайте Анетку, она ни в чем не виновата. Лучше заберите меня, только не Анетку. Ты отдашь нам Анетку или нет, чемпион? Не подходите ко мне. Не отдам. Ты уверен? Пусти меня. Нет. Ты уверен, что не дашь мне Анетку? Уверен. Команда, вперед! Команда, команда, быстрее, быстрее, быстрее! В атаку! В атаку вперед! Давайте, давайте, давайте! Поехали! За Анетку! Пацаны, прикройте! Я освободилась, я убежала! Тише, ребят, стоим, убиваем всех зомби! Быстрее, быстрее! О, нет, все... Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее! Давайте! Анетка, иди обратно туда же, где мы тебя видели! Анетка, ты где? Анетка! Ребят, бежим обратно! Отступаем, отступаем. Анетка вроде свободна. Отступаем. Отступаем и отстреливаемся.
Все быстрее в наш дом, все быстрее в наш дом. Выжившие, ну вы быстрее в дом все бежим. Анетка, ты где? Я тут за тобой. Давай, давайте, давайте не отстаем. Быстрее, быстрее. Ура! Ура! Ура, ребята, мы спасли Анетку. Миссия выполнена, мы это сделали, мы молодцы. Ребята, я горжусь. Я горжусь каждым из вас. Потому что Анетку хотели убить. Анетку хотели искусать и сделать тоже зомби. Да, Анетка, все в порядке. Ты очень красивая. Анетка, ты была раньше зомби? Ну, как бы, я боюсь осуждения, но все же да, я была зомби. Ты была зомби, мне ничего не говорила. Вот это же. Да. Получается, ты стала человеком? Я прав? Ты прав. И выходит, что любой зомби может стать человеком? Да, любой, именно любой. Ребята, мы должны спасти этот мир, и мы должны сделать из зомби людей. Мы это сделаем, потому что мы команда. 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 Продолжение.